привет! У нас первая прогулка на улице. Вот гуляем в нашей фиолетовой колясочке. Красавица. Вот так вот мы одеты красиво. Все гармонирует по цвету. Мы сейчас уже раздеваться будем, а то запарились уже. Она так мило спит, такая зайка. Это вот мы как с прогулки пришли, я ее раздела и положила в кроватку, и она до сих пор спит. Такая милота. Теперь мне нужно самой переодеться, покушать наконец-то. Это кушать хочу. А я сделала себе обед. Куриный суп. Вот такой бутерброд с сыром плавленым. Ну, я его расплавила. И хлеб. Приятного мне аппетита. А мы тут рядом качаемся, чтобы не страшно нам там одной было. Я ее сюда взяла, мою зайку. Вообще так удобно. Я сижу, кушаю, а она здесь качается рядом. Хочу показать, что нам отдали знакомые мамины. Это вот такой шар, 45 сантиметров, для ребенка, чтобы делать гимнастику. Мы его еще не пробовали на практике, но мне кажется, то, что он реально прикольный. Кстати, кто не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подпишись, ссылка в описании. А также задавай вопросы под закрепленным сообщением в телеграме и под видео, потому что у меня скоро будет рубрика «Вопрос-ответ» на 1000 подписчиков. Кто у нас проснулся? Такой малыш. Проснулся. Кто у нас тут играется, да? Ой. А как шарик у нас? Такой колючий. Колючий шарик. Да. Моя сладкая. Погремушечки звенят.
все, мы пришли с гулянки. Мне очень понравилось, что мне составили компанию еще мама, моя бабушка моя и моя сестра, то бишь бабушка моей дочки, прабабушка моей дочки и тетя. Если позавчера я гуляла 10 минут, вчера я гуляла с ней 15 минут, то сегодня мы гуляли уже 20 минут, потому что врач сказала прибавлять по 5 минут каждый день. Поэтому скоро уже мы будем гулять по 2 часа. Вообще прикольно. Сестра с мамой сейчас пошли за вкусняшками столичной, а я жду. Моя доченька до сих пор спит, вот как с гулянки. На гулянке она заснула. И до сих пор спит, мы ее там раздели немножечко. Мои, когда придут, мы будем ужинать и потом смотреть фильм. Кстати, мои цветочки здесь стоят. Они такие красивые, мне так нравятся. А лилии, которые мне подарил мой парень в честь имени моей дочки, они стоят на балконе, потому что они пахнут, очень сильно пахнут. У меня на них прям аллергия поднялась, поэтому они на балконе стоят. Очень грустно, потому что там температура прям вообще минусовая.